На Фудбик и стадионы мира представляет. Привет! Сегодня я тебе расскажу, где пройдут финалы еврокубковых матчей в этом году. Времени до них остается мало, потому я предлагаю тебе перейти сразу к делу. Финал Лиги Конференции 2024 состоится в Афинах на недавно открытом стадионе АЕКа, Айя София. Так что, пожалуй, не стоит удивляться мотивации Олимпиакоса, который, по сути, финальный матч проведет хоть и на стадионе соперника по внутреннему чемпионату, но и в тот же момент дома. Матч финала Олимпиакос-Ферентина пройдет 29 мая на стадионе, названном в честь храма Святой Софии, вмещающем 32,5 тысячи человек. По контрактам на нейминг это сооружение известно миру так же, как ОПАП Арен. Где пройдет финал Лиги Европы в 2024 году? Уже 22 мая итоговый матч между итальянской Аталантой и Байером пройдет в ирландской столице Дублине на стадионе Авива, вмещающем более 50 тысяч человек. Это сооружение является домашним для национальной команды, и честь провести финальный матч второго по престижу европейского клубного кубкового первенства достается этой арене уже не в первый раз. В 2011-м на этом стадионе кубок разыграли в португальском финале Порту и Брага, и с минимальным перевесом победу тогда одержали первые. Нам же остается надеяться, что спустя 13 лет финал окажется зрелищнее. Но не стоит отрицать, что в Ирландии надеялись, что в финале окажется хотя бы одна команда из Туманного Альбиона, но это еще цветочки. Главный матч клубного европейского футбола или финал Лиги Чемпионов 2024 пройдет на всемирно известном лондонском стадионе Уэмбли. 1 июня здесь встретятся Дортмундская Боруссия и Реал Мадрид. И финал на Уэмбли без британских команд тоже можно назвать разочарованием, ведь не этого ждали английские фанаты, узнав о том, что матч состоится у них дома. Но ничего противопоставить британские клубы на футбольном поле так и не смогли. Уэмбли – это главный стадион Соединенного Королевства. Из года в год здесь проходят финалы национальных кубков, и именно он является домашним стадионом сборной Англии. Лучшего места и не сыщешь для финала Лиги Чемпионов. Но то, что он пройдет без английских команд – это, конечно, промах. Суперкубок УЕФА или матч между победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы в 2024 году состоится 14 августа в Польше. Давно уже минуло время, когда этот одноматчевый турнир разыгрывался в Монако на стадионе Луи II, и с тех пор Суперкубок гастролирует по Европе, заезжая то в Хельсинки, то в Тбилиси, то в Таллин. И вот в этом году добро пожаловать в Варшаву, на главный стадион страны, на Родово, построенный еще к Евро 2012 года. Почти 60 тысяч человек может вместить эта красно-белая махина, а финальные матчи для нее принимать не в новинку. Ведь в сезоне 14-15 здесь уже разыгрывали Кубок Лиги Европы, который по традиции тогда достался Севилье. Пиши обязательно в комментах свое мнение о стадионах финалов Еврокубков в этом году. А также подписывайся на канал, впереди много интересного и нового.